сегодня, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, 11-я годовщина со дня кончины преснопамятного святейшего патриарха Алексия. Слово Божие учит нас, поминайте наставники ваши. Предшествующие поколения являются нашими наставниками, потому что все, что мы получаем, формируя самих себя, мы получаем из прошлого. Книги, по которым мы учимся, учителя, которые нас учат, наставники, которые ведут нас по жизни. Это все то, что появилось на свет Божий до нас, что предшествовало нам. И поэтому, поминая тех, кто был до нас, кто оставил след в нашей жизни, мы как бы соединяем времена. А это очень важно. Человек должен чувствовать течение жизни, течение истории. Огромная ошибка человека, а иногда и целых обществ, и государств, и нас, на нашем историческом опыте, мы можем точно об этом свидетельствовать, заключается в отрицании прошлого, пренебрежении к наставникам, к исключению из своей жизни тех, кто жил до нас. Святейший патриарх Алексий возглавлял нашу церковь в очень важный переходный период ее истории. И от того, какую позицию он занимал, во многом зависело и положение церкви в этот переходный период. И как внешнее положение с точки зрения отношений с государством, так и, конечно, внутреннее положение. Святейший достойно совершил свое патриаршее поприще. И поэтому с благодарностью в сердце мы вспоминаем его, и мы возносим о нем каждый день свои молитвы. В день его памяти я призываю всех вас обратиться к Господу с молитвой о упокоении его души в селениях небесных. Аминь. Благослови, святейший Владыко! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков! Аминь! И вам, Господу, помолимся! Господи, помилуй! Послышьте в мире и о спасении душ наших, Господу, помолимся! Господи, помилуй! Оставление согрешений во блажении памяти приставшегося Господу, помолимся! Память не в рабе Божием, святейшем патриархе Алексии, покоя тишины, блаженной памяти, его Господу помолимся. Попроститесь ему всякое прегрешение, вольное или невольное, Господу помолимся. Преосужденно пристать и у страшного престола Господа славы, Господу помолимся. Плачущих и болезнующих, чающих Христово утешения, Господу помолимся. Отпустите ему от всякие болезни, печали и воздыхания, и вселите его, и лишь пресвящай свет лица Божия, Господу помолимся. Когда Господь Бог наш учинит душу Его вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным, и где же все праведные пребывают, Господу помолимся. О крещении Его в нитрях Авраама, Исаака и Иакова, Господу помолимся. О избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. И спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, милости Божие, Царство Небесного, и оставление грехов, и спросивши тому, и сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, яко ты, если
воскресение и живот и покой усопшего раба Твоего своего, святейшего преснопамятного патриарха Алексия, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Спасение, тобою добрячим рай, Богородицей.
сиян, я еже проститеся ему всякому прегрешению, воляму же и неволю. Господи, моли! Я не Господь, получи не душу его, и держу праведник, но подаю его цель, и возвышу царство небесного, и оставление грехов его, у Христа бессмертного царя, и Бога нашего просим. Яко ты иси воскресение, живот и покой, усопшего раба твоего, преснопамятного святейшего патриарха Алексия, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, со безначальным твоим отцем, и со пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Помилуй
нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия, преснопамятного святейшего патриарха Алексия, и вы же проститеся ему всякому прегрешению, больному же и не больному. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Некогда Господь Бог усили душу его, и где же праведни упокояются. Царство Небесного и оставление грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего проси, Господи, Господу, помилуйся. Яко ты си воскресение, живот и покой, усопшего раба твоего, преснопоминаемого святейшего патриарха Алексея Второго, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем со безначальным твоим отцем, со пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Живыми и мертвыми обладай, воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш. Молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, душу от нас приставшегося раба своего, преснопамятного святейшего патриарха Алексия, в селениях праведных учинит, в недрах Авраамле упокоит, с праведными сопричтет, а нас помилует и спасет, яко благ и человека любец. О блаженном успении вечный покой подожди, Господи, усопшему рабу Твоему, преснопамятному святейшему патриарху Алексию, и сотвори ему вечную память.
память, вечная память, вечная память. Общее воскресение. Стойте на своих местах, пожалуйста.